Мы начинаем. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, с вами StarLadder. Да-да-да, StarLadder TV, Киберарена. Ну, в общем, можно по-разному называть. В общем, друзья, у нас турнир The Defense и встреча таких команд, как SK и Natural 9. Пики и составы следующие. Маня на Сенкинге, Риз на Чене, Линк у нас играет на Слардаре, Angel Потом и Мигель у нас на Виндранер. Команда N9. Циникал у нас, или Сайникал, не знаю, как правильно. В общем, Циник на Шейкере. Посмотрим, действительно ли это так. Риск на Вивере. Снупи Пес на Личе. Шатан на Гондоре. И музыка играет, собственно, на Баланаре. Вот такие вот у нас пироги. Итак, сейчас последняя тема. Сейчас посмотрю, что здесь к чему. Так, что-то мне вот правда оно как-то вообще ни капли не нравится. Надо как бы с ним что-то сделать. Так, причем ведь не горячий, зараза, вот в чем дело. А, вот даже. Все, успокойся, друг. Все будет хорошо. Так, да, смотрите, у нас сейчас тут шейкер с вардами. Возможно, будет идти ставить их сюда на вот спаун, на пул и... Не знаю, будут ему мешать или не будут. ГЛХФ, Юту, поддерживаю. Я сейчас тут где-то чатик. Там тащи N9, все-таки, видите, есть, есть фанаты у данной организации. Но они, на самом деле, порадовали очень сильно некоторых людей, своих болельщиков, которых стало в разы больше после молниеносных блицкригов. Там с команды Na'Vi, например, у них там 8 или 9 побед подряд было. Вот надо будет посмотреть сейчас точно на Gosu Gamers, когда будет какой-то скучный перерыв. В общем, давайте посмотрим, что у нас по лайнам. В миде стоит Слардар против Баунти Хантера. Циникал пока что рассылает иллюзии в качестве разведки. На топе у нас стоит Риск против Мигеля, Верочка, Вивер. И Риз, понятное дело, на Чене у нас в лесу. Внизу пока что один Баланар. И также вот есть Лич, который сейчас прошелся по варду, увидел, что... Тут пул засвечен. Разбивает сразу же вард. Хорошо все делает. Ну и, конечно, Баланару тут сейчас станет немножечко полегче драться. Вот все, отлично. Разбил вард. Сейчас здесь должны будут появиться крипки, по идее. Если, конечно, Сентри не запорол респ. Скорее всего, это не так. Но я думаю, там парни не настолько криворукие, чтобы допускать такие нелепые ошибки. Да, вот, собственно, стоят уже здесь големы. Приближается шейкер. И, возможно, сейчас будет тут драка. Хотя вот, посмотрите, внизу стоит два таких персонажа, достаточно живучих. Причем, сказать, что они достаточно живучие, по сути, не сказать ничего. Сент-Кинг с подкопкой, песком и Патмат со своим липом. Даже если ЕС сейчас подойдет на линию, то убить кого-то из этих двоих пачанов будет чрезвычайно сложно. Просто чрезвычайно сложно, разве что разведут там Сент-Кинга. У него сейчас просто есть только подкопочка, второй левел. Вот, все. Пошел песочек. И на этом как бы все. Ладно, смотрим, что у нас здесь. Шатан. Шайтан. Курмен Шилд. 580 голды. Нормально стоит против Линка, пока контролит. Angel. Вардец втыкнул. Вот так вот, чтобы не обходили всякие ЕСы. А ЕС, кстати, сейчас увидел здесь дабл дэмэдж, я так понимаю. Возьмет этот дабл дэмэдж, пойдет попробует забрать Линка. Но... Линк, я думаю, будет ожидать такого разворота от команды N9. Сейчас просто смотрю. Маня, выбирай, куда же мы все-таки пойти. И Снупи здесь. Ну, Снупи первый. Нет, второй все-таки уровень. Была новая. Не стал разряжать. Ману пожалел, что ли. Надо было, наверное, это сделать. Сейчас бы пошел крипка, скушал. Ну и все в этом духе. Вот, да, разбивает здесь вард. Слушайте, просто Снупи вардокрушитель у нас сегодня какой-то. Не дает... толком играть команде СК на нижней линии, которая, по сути, наверное, является здесь пока что самое интересное. Тут самые забавные пока что у нас развороты, повороты получаются. Ну и Риск. Риск стоит здесь тоже с N3. Риск опять тангусиков, базилка. И пошли здесь обходить. Накидывает сразу же сеточку, врубает Шукучи. Ну, не знаю, на что здесь рассчитывали на самом деле. Вот даже, наверное, мог тролль Варлорда своего потерять. В миде пока все спокойно. Но в миде тут вряд ли будет что-то неожиданное. Вот сейчас только
Атака от Линка, и тут сразу же на развороте, иди сюда, иди еще, получи плюшечку, потом сразу же убегать, правильно, правильно, потому что нечего бегать где попало. Сейчас просто ждет пятого, вот еще одного крипка, и будет третий сюрикен, можно будет нормально коцать, а тратить четвертый не очень было приятно. Вот да, все потратил, можно теперь попить баночку, руну у нас Шейкер ведь забирал, так что такие дела. Вот сейчас, кстати, если тут будет драка, будет не очень приятно мане, впрочем, как и Энджелу. Ну, мани, наверное, в первую очередь. Его-то застанут уж точно врасплох. Хотя он должен помнить, что где-то там стоит центри. Вард ведь разбивали. И уходит. Уходит мани сейчас за хостой. Куда же он пойдет? Возможно, в мид. Хотя там инвизный товарищ оставил. Оставил хейст для Линка, у которого есть банка. И теперь уже от Линка будем ожидать каких-то активных действий. Хотя он только 6-й уровень. Точнее, только 5-й. И ульты нету, поэтому... Поэтому такие вещи. Он все равно не сможет убить того же шатана. Шатан. Не знаю даже, куда правильно ударение ставить. Опа, Маню здесь нашли. А тут же еще и Сентри стоит, подкапывается через клиф и уходит. Маня сразу же юзает. Healing Self. Да-да, Self. Не знаю, как правильно читается. У меня нет тут полиглотов, которые бы мне помогали и исправляли меня каждый раз, когда я что-то говорю неправильно. Поэтому вы уж меня извините. Так, Линк. Ну, Линк по-прежнему здесь с хостой, и у него вроде все хорошо. Хотя хоста и у одного, и у другого, вот что самое забавное. Так, пошла жара, но все равно пока пятый только уровень. Правильно, правильно, Линк тратит ману, тратит хп шатана. Так, еще залетел трек, иди сюда. Эх, не получилось рубануть, анимация не дошла до конца. Ладно, смотрим, что у нас здесь у музыки. У музыки уже есть урна, уже есть тапок. До ночи осталось всего там 40 секунд. Слардар, хейст. Слардар есть шестой вообще уже? Нет, Слардар еще нет шестого, а тут уже шестой с половиной. Интересно, почему так у нас случилось? Пять, там один. Ну, вроде разница небольшая, но просто Слардар там с линии уходил. Хотя и шатан тоже сваливал однажды. Ну вот тут сейчас могут интересные события начать развиваться. Angel, Маня, у обоих маны хоть отбавляй. Кто-то тут постоянно вылетает из игры. Шейкер, инвизибилити. Давай, забирай, погнал. Маня сейчас ведь заберет. Нет, все хорошо, успел забрать быстрее. Сразу же свалил, и теперь должны сверхосторожно играть в первую очередь, наверное, Angel, так как здесь целых три героя будет находиться. И лип, не лип, а он как-никак только первого уровня. Сейчас, да, Циникл зайдет за спины, посмотрит, оценит ситуацию и скажет уже своим пацанам, быковать или не быковать. Тем более, непонятно, есть там стрель или нет. Хорошо, вот ставит висурочку, залетает эру. Маня, Маня пока в сайленсе, но успевает спрятаться в сучку, а засветить больше нечем. Еще подкопочка музыки. И Starfall и First Blood делает Angel. Продолжает гнать Снупи. Гонит, ведь гонит. Есть у него лип. И у Шейкера вот только-только сейчас появляется мана на фиссуринку. А Маня, Маня продолжает идти. Слушайте, Маня какой... Точнее, не Маня, а Angel, конечно. Маня, наоборот, там уже положил болт на противника и сказал, что, мол, Атма, давай сама разбирайся, у тебя есть лип, у меня нету, так что ты уж меня извини. И по хп у Мани, конечно, поменьше было, тем более милишный, все дела. Ладно, что у нас тут? Мигель тем временем забрил на топе Т1 Тауэр. Тут у нас небольшая стяжечка вниз. Уходит отсюда Линк. Angel. Ну, там в миде... О, вот, все, шатана засветили. Теперь, дружаня, ты никуда отсюда не денешься. Грубо говоря, о, там пока что у нас размен идет внизу. Сейчас Энджела еще можно, наверное, принять. Да, там пока что разменяли Сент-Кинга на Лича. И гонится, гонится здесь. Музыка, еще один войд, еще одну плюшку с руки навесить. Урну еще вешает, и вышка его все-таки здесь убьет. Да, должна была убивать здесь вышка. Забился в угол. Ну, Патма получает дабл-килл благодаря Тауру. Ничего странного. А, шатан все-таки успел избежать казни. Так, небольшой подлаг. 59. Так, отличный стан от Линка. Но кто же забрал? А, успел забрать, что ли, шатан? Да, слушайте. У обоих пустые банки. Вот в чем дело. То ли разбили просто. Короче, непонятно, что там произошло на руне. Вы уж меня не обессудьте, но это...
Именно так. Ересь несусветная. Так, у Мигеля тем временем, посмотрите, уже есть Фейсбутс, уже есть Базилочка, уже есть Staff of Wizardry. И, по сути, да, форстафа осталось совсем-совсем немного. Вот сейчас Линк кидает Фир. Хорошо, так, музыка заходит под Тауэр, но это ошибочное решение. Изначально Линк там уже наточил свой Трезубец и был готов пихать его глубоко музыке, который уже вплотную собирался подбежать. У Риска тут все не очень хорошо, но его время наступит минут через 40. Где-то так. Говорят, разбил селедка руну. Вот, да, видите, все правильно. Селедка разбила руну. Окей. Ну, там в чате нормально, народ еще подсказывает. Это приятно всегда, когда может кто-то там что-то толковое подсказать. Внизу тем временем, да, Лич. Смотрите, тут сейчас... Маня тут засел в лесу, тучечку заюзал, циникал здесь, стан залетает, еще и трек. И раскастовывает ультимейт Кинг, но нет, не получилось это сделать. Да, и посмотрите, Маня на лоу хп, идет под кил еще от Чена, подкапывается, пытается уйти Фицура, и плюшка еще от вышки. Минус делает, по сути, я даже не знаю кто, там заслуга обоих на самом деле, и Шатан, и циникал внесли свой вклад, конечно, в общее дело. Так, что там у Мигеля тем временем? Ну, Мигель, понятно, там продолжает фармить себе на форстаф. Рис у нас переместился в мид для того, чтобы попытаться пробрить Т1 Тауэр. Я так понимаю, не без него обошлось все и на топе. Да, еще и Мигель здесь рядышком уже появился. Пошел трек. Да, кстати, тоже спалили здесь Гондора. И надо ему отсюда сваливать по-хорошему. Причем он сейчас прибежал, запалил здесь все. Запалил хейст свой. Ну, а что ему, по сути, терять? Ну, пусть боятся. Пусть думает, что пацан идет всех убивать и вырезать. Кстати, варды стоят как с интри, так и обсервер. Вот здесь на ХГ это варды, конечно же, команды СК. Линк такой достаточно предусмотрительный. Хотя, не знаю, наверное, это не его заслуга, но тем не менее. Идет у нас опять смещение вниз. Angel по-прежнему здесь. Так, Фейзы и Базила. Банка тапочек только. Лич пока, понятное дело, что голый. Ну, что и требовалось доказать. Причем, смотрите, на каком относительно небольшом расстоянии находится Sentry Ward от вышки. Но, тем не менее, она его не видит. Интересно, надо будет взять на заметку. Ну, обсервер-то понятно, он так чуть подальше. Но вот Sentry, на самом деле, достаточно плотненько здесь размещен. Так, Слардар под треком уходит у нас в мид. Наконец-то сделали иконочку трека в статусе, потому что до недавнего апдейта ее не было. Можно было определить, что тебя палят только по минус армору. Говорят, Баланар не делает свое дело. Ну, может быть, да, вот сейчас. Товарищ Баланар, ты чем вообще занимаешься? Непонятно, чем он занимается. Он ходит и вот кричит. Ходит и кричит просто. В миде тут по-прежнему тусовка собирается. Вышка должна отлетать очень быстро. Точнее, по времени имею в виду. Через непродолжительный промежуток времени. Она должна будет умирать. Маня успевает спрятаться. Фиссура сразу же залетает. Маня должны здесь успеть фернуть. Да, именно так и происходит. Там залетает Starfall. Биты. Очень Гондор откидывается стрела назад от Патмы. Но никого она там не задевает по-прежнему. Все живы-здоровы, подхиляли, сразу же баночки, замазалки, и погнали. Энджелу лучше вообще сюда не подходить, да, сразу же хватает трек. Вынужден отойти, разменивая Т1 на Т1. Вот, стоит отметить. Причем, возможно, тут сейчас даже прохарасят нормально Т2 Тауэра, тут еще Кентавр, тут еще Урса и три героя, да, еще один Кентавр подходит. То тут до сих пор вышка живая, да что вы что издеваетесь? Ну, на самом деле, это... Если Тучас умрет Т2 Тауэр, то команда СК просто так жестко на голову перепрыгнет сейчас Н9, вот в данной именно ситуации. И именно так и происходит. Да, вот тут пока идет драка с жуками. И вышка умирает. Вот, разменяли две вышки на там 500 хп, ладно. Так, в миде, хорошо. Мирана там у нас уже киллинг спри, оказывается, кого-то здесь все-таки поймали. Перетягивается вниз сейчас СК. Забирайте этот Т1 Тауэр. И пока у Шейкера нету даггера, то... У Шейкера даже 6 уровня нет. Какой даггер? Боже, что я несу вообще?
Шикер до сих пор без шестого, и ловить что-то пока не представляется возможным. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тут пока что Слардар принимает просто крипов в наглую между таурами. Т1 вышечка у нас отлетает. Да, такие у нас дела. Ну что, погнали дальше, наверное. Да, смотрим. Трек, Мигель. Уже с форстафом. Хорошо пауэршотиком прошивает Шатана. О, сейчас тут будет встреча, скорее всего. Да, музыка сейчас натыкается на маню. О, тут три кентавра такие, здравствуйте, просто. Чтобы можно было грабить караваны. Вот это, наверное, про эту игру рассказывали. Просто три кентавра в ряд бегут. Атака клонов. По-другому не назовешь. Такие забавные вообще ребята. Можно сейчас плясать, наверное. Так, тут у нас миди. Я думал, будет сейчас атака на Шатана, но нет. А тут отряд дружинников уже спешит на помощь. Мусика. Боже, как этот человек уже одолел просто. То выходит, то заходит. Кстати, да, установили здесь сентри. Сервер сейчас пропадает. Остаются без вижена здесь игроки команды N9. Опять же, напоминаю, что тут был один, тут малейшая ошибка, типа, и все как бы. Этим все будет сказано. Кентавры как три богатыря. Ну да, да, типа того. Хорошо, умирает пока что здесь Рош. Сразу пошел хил. Понятное дело, Слардар у нас пока с Аегисом. Ставится пауза, я думаю, ненадолго это у нас здесь вырисовывается. Сейчас я тут проверю, чтобы все было нормально. Боже, что происходит? Что со счетчиками вообще? Объясните мне, расскажите, друзья. Так, проверка связи небольшая. А где вообще эта штуковина? Да, вот она. Ну там пока все равно стоит пауза, ничего интересного нету, это точно. Все, вроде готово. Интересно, в связи с чем была установлена пауза. Ладно, давайте-ка пробежимся по айтмам быстренько. 1000 голды у Чена. Я не знаю, есть ли там в куре сейчас, собственно, нету хедрески. Это значит, что Чен у нас соберет сейчас себе хедреску на 603 копейки. Ну, а потом будет уже покупать себе меку. Да, останется совсем немного. Кубланар. Слардар у нас вангвард. Aegis of Immortal, понятно. Там 463 голды. Немного, на самом деле. Не так уж и жируют игроки команды SK. Вот только у Мигеля, конечно, запак неплохой. Там, опять же, форстав фейзы. Еще 2000 сверху. 2. Скорее всего, это будет какой-то хекс. Я так думаю. Да, вот сейчас там ГГ, погнали. Баланар тут вообще только одна урна, по сути, и все. Да, и денег не так уж и много, 412 голды всего лишь. Ну, Шейкер, понятно, там Аркана Буцы. Про Даггер вообще не может пока идти и речи. Надежда, конечно, вот на вот этого пацана, который собирает себе, я надеюсь, БКБ, потому что станов там предостаточное количество. Там три нормальных стана, причем ну, нормальных таких, серьезных. О, пошли здесь цеплять Мигеля. Мигель сразу же форстафится, ловит фиссурочку. И новая еще залетает, и чайник пошел. Тыц, чайник мимо, конечно же. Урна, 30, 16, 17, 2 хп не хватило Мигелю. А, такой провал. 2 хп просто не хватило. Вот это была катастрофа, друзья. Я представляю, как он там ругался. Вот, где-то он там тангусик не вовремя съел, и все. И вот эти 2 хп стали решающими сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа. Минус вард. А риск на самом деле рисковый парень. Бегает здесь один. Не боится, оказывается. Мусика.
Хорошо. Ну, Гондора, понятное дело, ничего интересного здесь пока нету. Огры Клаб у него там как лежал, так и лежит. Ну, понятно, что здесь вар, там все дела. Но главное, что сейчас тут внизу будут предпринимать. Тут Линк на хосте, можно пытаться ворваться. Сентри стоит, хочет разбить Снупи. Да, вот эта знаменитая позиция. Посмотрите, пошла стрела, иди сюда под хвост. Нет, все-таки промахнулся Энджел. И на развороте Снупи пытается быковать. У него, кстати, нет алтимейта. Да, алтимейта еще там порядочное количество времени нужно подождать. Так что все еще впереди. Риск. Энджел тут пытается что-то продемонстрировать, какую-то агрессию, но толком у него ничего не получается. Пауэршот, кстати, сквозь Лича прошел. Просто так. На халяву, скажем так. Да, на топе что? На топе вышку давненько уже никто не трогал. А тут сейчас уже нормально начинает пушиться Т2 Тауэр. Ох, если сейчас Шатан подойдет, не вовремя. Да, посмотрите, еще Эру залетает Линк, точнее Риск. Риск пытается уйти, успевает все-таки нажать таймлап. И жуки просто в какую-то непонятную степь грузят здесь Линка. Да, нормально попадает он станом. Хороший пауэршот и минус здесь Циникал. Маня тоже здесь. Маня под копочку по музыке. Стан еще у нас от Линка залетает. Музыка на лоу хп пытается уйти. Шеклшот ловит, но... Но, кажется, смоется. Нет, никто не смоется. Там же еще форстаф у нас был. И Риск здесь остается, по сути, один. Один Дефи Тауэр, который вот-вот только что упал. И ловит Amplified Damage у нас Риск. Нужно ему валить. По-хорошему. Потому что сейчас просто команда SK будет заходить на ХГ. Как по мне. Ну вот риск стоит, и Маня уже готов его выцепить. Пауканы, жуканы-пауканы полетели. Подкопочка, фиссуринку бы сюда еще. Эроу ловит циникал здесь, еще пошел. Риска ведь паля здесь залетает. Чейнфрост, и там столько кентавров. Сколько вообще дамаги поглотили эти кентавры, друзья. Минус 2 уже делает команда. СК размениваться только на одного чена. Еще здесь войды периодически залетают. Сайленс на Линка. Бесполезный абсолютно сайленс. Вышка продолжает здесь умирать. Залетают еще жуки. Но клали на этих жуков игроки команды Dire. Просто сейчас убьют в наглую Тауэр. Риск. У Риска есть таймлап. Но его задача не поймать вообще ни единого скилла. Там со своими 300 хп. Он очень быстро склеится. Вот сейчас только прошел себе немножко нарегенить. Так, подкопочка пошла, а музыку здесь подкопали. Сразу же идет трек по мане. Пытается догнать, но там отличный был стан от кентавра. Доминейтинг уже с Лордар. Посмотрите, что вообще вытворяет здесь Лин. Еще бы сюда станчик залепить. Нет риска, здесь полили минус риск. Вот так вот, друзья. Вот такие у нас дела. Кстати, там Найтсталкер кого-то догнал. Да, там Найтсталкер догнал все-таки Сент-Кинга. И, кажется, здесь все-таки барак задефили. Да, товарищи, 670 хп и барак защищен. Крепость устояла, скажем так. Потому что по-другому и язык повернет сказать. Обратите внимание, небольшое, да, на вышке. Живая. Тоже живая. Вновь живая, как бы это ни было странно. Да, я вот только хотел включить экономику, меня сразу же спросили. Вот как-то так, вниз, причем вниз... Равномерно уходило преимущество команды СК. И сейчас оно составляет 14 тонн на 21 минуте. 14 тонн – это огромные деньги, на самом деле. Смею вас в этом убедить. Да уж, по айтемам. Ну, сейчас так быстренько кликнем. Так, Гондор, да, понятно, на БКБ пытается себе насобирать. И не знаю, купил ли он себе там рецепт. Нет, рецепта нет, там только свиток телепорт летит сейчас. Баланар, понятно, там... Не знаю на что. Возможно, тоже какой-то БКБ. Слишком много здесь станов. Ну, Лич ясный, красный, ничего хорошего нет. Вот Мигель, понятное дело. Мигель, смотрите, с гемом. Опа, час, сталкер поймал здесь. Мигель с гемом, с пайпом, с фурстафом, с фейзами. В общем, у Мигеля все просто отлично. У Линка тоже не менее хорошо. Что мигают? Ну, окей. Маня. Обнял крепка последнего-то. Тут сейчас уже начинает обходить риска. Линк пошел здесь врываться. И шеклшот! Отличный шеклшот! Мало того, что здесь с гемом, товарищ Мигель.
Еще там минус арморчик, но вот шекл был просто отличный. И риск там сам подошел под дерево, чем и был обязан своему уходу в таверну. Так, ну что тут? Музыка. Понятное дело, что музыки ничего нету. Лич только седьмой. Тут второй бы чайник не помешал. Вот по левелам даже если сравнить, я думаю, что тут все должно быть ясно. 13, 13, 9, 9, 11. И тут 12, 11, 12, 8, 7. То есть таких в принципе нету здесь. Да, друзья, у кого там что-то стрим подспайкивает, заходите на меньшее качество. 1,5-мегабитный сейчас идет канал, поэтому, возможно, у кого-то там что-то где-то периодически может подлагивать. Но на качестве поменьше все должно быть отлично. Так, пошли опять жуки. Ну вот, жуки пошли, и продолжения атаки нет вообще никакого. Жуков просто убивают, они не успевают нанести вот свой урон. Оу, риск, товарищ, прям в бочину отхватил-то. Линк сразу же закидывает Amplified Damage. Залетает еще Void в Линка, но бараки умирают и могут просто уходить спокойно сейчас на морозе. СК, они именно так и делают. Че, дураки что ли? Все правильно, пацаны, делают. Тут прокас по крипам мощный. Команда N9. Вот, наконец-то, БКБ у Гондора. 1233 хелса. Ну, с Лордаром на 500 больше. Как бы это ни было странно. Действительно, почему у Лордара на 500 больше? Что здесь? Пауэршотец залетает. Хорошо. Так, стрела. Где? Нет, ни в кого не попало. А тут идет обход сейчас с фланга. Друзья, смотрите, заходит сбоку. Маня уже здесь. Маня под треком. Там Фир еще идет. Шеклшот опять хороший от Виндранерки. Маня на лоу хп уходит. Идет под хилочка. Но еще под хилочка. Но все-таки много дамаги залетает в Сент-Кинга. И размен пока что идет 1-2. Да, посмотрите. Риз. Риз очень битый. Но с гемом до сих пор команда СК. Это, конечно, сейчас будет... провал там. Два инвизных героя и гем. Гем у Мигеля. Как же сильно он здесь решает. Мирана получает свой даблкил. Музыка. Музыка сейчас, по идее, должна отлетать. Там еще два баша про канала вообще так плотно зашли. Эти баши. Так, что там у Линка-то? Все нормально, кажется. Но тем не менее умирает сейчас вышка у нас в миде. Вот это самое прискорбное, наверное. Пошли опять жуки-пауки. Сварм. Вот, the Swarm. Мне больше нравится, как в StarCraft Керриган эту фразу говорит. Кстати, Линка вышка вместе с риском пробивает вот ровно на 0,5 миллиметра. Отличный результат. Ну что, потихонечку умрет барак. Там люди в обнимочку со стрелами бегают. Еще один трек. Ну пора уже, наверное, начинать. Залетает сейчас Chain Frost. Вроде бы прыгает неплохо, но... И под БКБ сейчас Шатан, но не бьет никого. Сын Кинг с ультом врывается, но тоже ни в кого не попадает. Но умирает Лич. Умирает Лич. Продолжает здесь Лин гнаться за Циникалом. Циникал там тоже, кажется, сейчас умрет. У нас тут на втором фронте ведет страка. Шатан погибает, друзья. Это... GG. Это GG. И у нас впереди игра под номером 2. Just for Tournament против... Против кого-то они. Вот название я помню какое-то интересное. Эпидемик, точно. Точно, Эпидемик. Именно так. Ну что ж, команда СК получает свою первую победу во втором групповом этапе. Сейчас поставим им первый плюсик. Вот так, тут есть кнопочка. Плюс один. Апдейт. Вот, все хорошо. Пачаны затащили. Честно затащили. Такс. Сейчас я узнаю, когда будет у нас там следующая игра. О, кстати, эта штучка работает. Нет, до сих пор не работает у комментаторов вот, автокамера. Хотя штука очень интересная. Ну, тут изначально было видно, что у СК как-то они себя поувереннее вроде чувствовали.
Хотя N9 неплохо изначально сопротивлялись, там с N3 ставили, там убивали варды, как-то Vision подавляли, но все равно мы видим, в конечном результате это ни к чему хорошему для них не привело. Так, что там по табличке, так чисто пробежимся. Кто у нас там фраг-лидер? Слардар у нас фраг-лидер. Нет. Патма, точно, 9-3. Патма у одной команды, у команды N9 это Баланар. Баунти Хантер себя как-то вообще не зарекомендовал, скажем прямо. Так, вот, все, это был один пароль. Сейчас я узнаю второй. И вам его не скажу, конечно же. Сейчас я поставлю здесь табличку. Нельзя вам пароль говорить. Вы же как зайдете, как начнете мешаться. Знаем у вас таких. Вот, все, я теперь там. Я теперь могу все запалить. Я вообще просто number one зашел. Кев. О, вот это сильно будет. Кранич, Sony, Banzai, DreamShock, Epidemic. Ну и, собственно говоря, Кев, Роман там и компания. Куроки вроде тоже где-то здесь должен быть. Сейчас посмотрю состав. Оху-ху-ху-ху, тут ростер вообще, друзья, рассыпался. А, панцер ведь в... Куроки ведь в панцер где-то там шпилил недавно, точно. Тут только Кев, Муц и Йорик. Вот такой ростер зарегистрирован на сайте Gosu Gamers. Друзья, это прискорбно. Три игрока из пятерых. Ай-яй-яй-яй-яй. Can you US East? Да, Кранич говорит, что типа у меня там пинг 270. Просит поставить какой-то другой сервачок. Ну, я думаю, сейчас разберутся. Вот US West, там сейчас пацаны должны быстренько сообразить. Так, я пока нырну в мирочку. Говорят, там обсервов много можно. Дай, нет, не дам. Ух, тангусики у многих улетели. Согласен, кстати, по поводу тангусиков, потому что многие ставили на N9. Вот я сейчас посмотрю, сколько они вообще всего навыигрывали за вот это время. Вот сейчас, где их стрик. Вот команда N9. Итак, вот, собственно, они выиграли у Western Wolves, MTV, M5, MUFC. Ну, там техлуз был. Just for the Tournament, LLL, вот эти Lowland Lions, боже, название, кто их придумает вообще. Выиграли у Na'Vi, выиграли у... Что это за TBO? А, The Blitz Organization, что-то знакомое. Ну, это недавно был Sunday Evening Cup, как-то такая фигня. В общем, выиграли у них, и только недавно проиграли Gosu на том же турнире. И вот сейчас проиграли команде SK, потеряли 41 ПТС и спустились на третью строчку в общем рейтинге. Первое место сейчас возглавляет Natus Vincer. На втором у нас сейчас Team Dignitas. 1231 очок. 1231 очко у нас у Na'Vi. 1180 у Team Dignitas. И вроде бы... А, ну и он 9163. В затылок им дышит новоиспеченная команда DTS. 1159. Всего лишь 4 ПТСа отделяет команду ДТС от топ-3 в рейтинге. Да, напоминаю, что новый состав команды ДТС. Логотип еще Zero Try стоит, нормально. ПГГ, Blow Your Brain, Blood Angel, Vegas, Always On A Fly и Габлак. Ну вот, конечно, кто останется пятым? Потому что не знаю, правда, кого тут будут выгонять, кого выгонять не будут. Но тем не менее, почему-то...